В Югре выберут лучших молодых изобретателей. Технопарк высоких технологий 5-й год проводит соревнования среди начинающих ученых и инженеров. На суд жюри они представляют работы по 3 номинациям. Лучший инновационный продукт, проект и идея. В муниципальных этапах конкурса в этом году приняли участие 80 школьников. Так, одна из учениц разработала программу Book Challenge для школьников. Ее уже зарегистрировали в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Отмечу, что окружной этап конкурса пройдет 23 ноября.